Привет, Лёш. Сейчас разберем с тобой твою кону. Вернусь я сразу к разговору о Switch коне, который я в прошлый раз тебе рассказывал и показывал. То есть на самом деле для прыжка технология одинаковая, только ты тут стоишь в Normal Stance, а там Switch Stance. Вот, но манипуляции надо проводить те же самые. Вот, если не помнишь, просматривай еще раз. Switch кона, а сейчас разберем мой прыжок. Значит, когда мы перебросили в бэквинд, парус открыли, опустились ниже, подрезали доской. Видишь, у меня проваливается борт, врезался хорошо так. И потом я начинаю упираться в ветер. При этом я полностью лежу на парусе. Вес на передней ноге, это отчетливо видно, потому что коленка передняя согнута, а задняя прямая. Теперь я начинаю вдавливать сильно пятками борт для того, чтобы врезать доску. При этом отдавливаю тело, отдавливаю парус от ветра. Голова остается над парусом до самого последнего момента, пока доска не выходит на прыжок. И я прям упираюсь сильно в парус, когда резко доска зарезается. То есть она так вот зарезается только за счет того, как ты сильно вдавишь борт перед началом давления парусом в ветер. Как только доска вышла носом против ветра, ты хорошо распрямляешь заднюю ногу, делаешь толчок, а энергия паруса, накопившаяся, выкидывает тебя вверх. При этом постарайся также в момент, чтобы ты не заваливался. И это позволяет тебе гораздо выше поймать высоты и потом прокрутить кону. Потом здесь я сделал кабикучи, а ты просто на самом деле перебросишь парус. Очень легко будет закончить, когда будет высота, когда будешь правильно делать. Теперь разберем твои попытки. Первый прыжок это парус. Поймал парус. Даже есть небольшой кантик давления на борту. Вот ты начинаешь карвить, резать. Здесь выглядит все красиво. А вот здесь вот тело уже видно, что начинает заваливаться. То есть ты недостаточно долго держался над парусом. Тебя начинает сваливать. И вот здесь вот тебя при прыжке ты должен быть более вертикальным телом. Поскольку тело откинулось назад, ты не можешь набрать высоту. Доска летит вроде бы высоко, но на самом деле это не так высоко, как ты низко. Поэтому вот докрутить у тебя и не получается из-за недостаточной высоты. Второй момент. Вторая попытка. Здесь ты не дождался положения, поймал парус. И сразу пошел, видишь, не успев вдавить борт, сразу пошел отпрыгивать сюда в сторону. Поэтому сейчас будет такой продолговатый полет. Далеко выкинуло в тебя в бок, но никак не на доску. Постарайся все-таки зарезать бортом и лечь над парусом. Тогда получится правильно приземлиться. И третий вариант. Переброс. Поймал парус. Доска не зарезалась бортом. Видишь, ты уже уперся в парус. Борт не зарезался. Тебя также скидывает сильно в сторону. И это мешает приземлению. Давай, Леш, поймаешь движение, как подрезаться, как правильно и вовремя надавить на парус. И высота пойдет, а вместе с высотой
пойдет и вращение, и приземление, и даже будет вращать на кабикучи и на скопу, когда будет уже очень высоко выпрыгивать доска. Всего доброго, удачи!